Идемте к лицу вам мечта, окрыленных танцующих тучек. В них последний задумчивый лучик прячет тень от былого тепла. А еще осени к лицу хорошие стихи. Поэтому в самый разгар золотой поры в Доме культуры Станицы Северской состоялся районный день поэзии. Праздник проходит ежегодно уже 12-й раз подряд. И, как обычно, начинается мероприятие с зажжения свечи, символа Дня поэзии. В связи с тяжелыми и трагическими событиями, связанными со специальной военной операцией, многие из чтецов выбрали произведение с соответствующей тематикой. Другие читали о родине, о родном языке, любви и жизни. Как бы жизнь ни била, ни ломала, что бы ни дарила или отнимала, чем не радовала или огорчала, этого всегда мне было мало. Русокосая, ясно девица, в волосах голубой цветок. Ее руки не тоньше веточек, ее стопы балетный свод. В мероприятии приняли участие студенты Краснодарского краевого колледжа культуры, многие уже известные поэты и чтецы Северского района, а также юные исполнители, которые, однако, уже достигли немалых высот. Алиса Олейник, например, в этом году стала победительницей краевого конкурса «Литературный голос Кубани». Северский район всегда был богат талантливыми людьми, которые не позволят стать миру серым и тусклым.